Елик спасся, да, практически? Да, блок помог. Блок помог. А знаешь еще, они так интересно, они взяли, за это же дерево зацепились, только блок. Но блок не на себя, а в сторону. И за счет того, что играла корозащитка, она его раскачивала и тянула. То есть так я интересно понял. Было. То есть блок не работал. Тут кто-то новенький работала, сидит. Но работала динамика корозащитки. Я понял. Так, Франглер на месте. Прикурить надо. Елик продолжает борьбу. Пока было тяжело, конечно. Вес большой. Машина хорошая. Так, Елик пытается вернуться, помочь другу. Там у нас аж вода вытекает где-то. А что это за вода сзади вытекает? На задней стойке он. Так, Вранглер спасли. Такое место хорошее, тут ничего не скажешь. Блок уехал, да? Не, у Юрки ж блок, где вы его дели? Плотину сейчас, чтобы усложнить путь домой, да? Давай, Саня, бревна. Давай, бревна. На, даю. На тебе, товарищ бобер. Глянь, что делает, охренеть вообще. Слышишь, а потом это бобры, козлы, блин. Это Олег настроил. А, глянь, ты знаешь технологию, нифига себе. Ну, а то. В прошлой жизни был бобром, да? Да. Посмотри, что творит. Назад пойдет? Ого, технология. Плотину строят. Плотину строим. Давайте инструкцию. Олег Михайлович был бобром просто в прошлой жизни просто. Подавай дрова. Вот, вот эту дай, смотри. Бодя, вот эту дай. Можешь эту дать? Да вон. Палка. Давай большие, они быстрее построим. А вон они лежат с правой стороны. Так, Геленваген. Включил заднюю. Смотри, на эту плотину поломаю. Ты понял, что я плотину строю? Антон! Что ты творишь? Плотину чуть не сломал. Чекай, потому что он сейчас утопит и нас, и плотину. Раскатывай. Хорош, ты в яму попадаешь. Да нормально идет. Мы воду тебе наберу, собираем. Прямо по ручью едь на Киев. Разве только прямо? Прямо по ручью. Нравится ему это место хорошее. Да нет, трепадоры, машины серьезные. Да. Мы вдвоем. С Максом. Вон, у тебя замылились все колеса. Тебе надо чуть коксу дать, чтобы почистились. Не, ну он же что тут. Так, ходит. Там прикуривают уже. Назад. Нормально. Я думаю, что зацеп будет. Так, плотина готова. Все, вода пошла в ту сторону. Саня, давай с той стороны строй плотину. Строй с той стороны, и тут поднимется сейчас будет это водохранилище. И гелик будет по стекла, по зеркала будет в воде. Да не так бросай. Технологию видел, палочки выставляешь, посредине наставляешь. У слепого своя технология. Так, слепой по-серьезному за плотину взялся. Да, Гелика шансы небольшие. Сейчас вы его утопите. Вода начинает набираться. Слепой взялся по-взрослому. Я так понимаю, здесь будет вода, здесь сухо, и тут быстренько раз, да. И... Саня, с твоей стороны подливается. Вертикальное надо ставить.
А нет, я палки в воду бросаю. Интересная забава. Интересная, привод еще как, да? Да, это серьезный парень. Перепад высот уже есть. Завяжи его якось. Давай стройматериал. Сейчас. Я тут подтянул стройматериалы. Саня, принимай. Блин, ничего так, такой энтузиазм, да, не придает, как стройка. Ни одно мероприятие, даже оффроуд. Как гадость, да, как утопить Геленваген. Блин, слепой, как балерина там. Ты как Волочкова на шпагате только что чуть не сел. Да нет, ложите через вес, но палочки вертикально встали. Правильно положи? Правильно, правильно, красавчик. Теперь ту ложи. Так, там прораб Руслан. Гелик уже тонет. Все, теперь сюда могут проезжать. Не-не, надо там закрыть. Да, дыма нет, тут смога нет, коронавируса нет. Есть плотина. Есть плотина и общая идея утопить Геленваген. Давай дрова, я поднес больше всех дров уже. Хорошая, да, я принес? Ну что, уже перепад есть сантиметров 10. Так, Вранглер завели. Сейчас он куда-то поедет или не поедет. А ну подожди. Куда-то он в объезд. А нет, меняет просто чуть-чуть траекторию. Слепой. А, он все равно прямо едет, да? Все равно. Он просто не по колее, а пытается. Не-не, он между колесами хочет накопанное взять. Так, тут стройка века идет. Конечно, не про ГЭС бы вы быстрее построили, года на 4 в сане с Олегом. Чуть не проехал. Так, идеей вдохновился уже и Леня, блин, ляпнул. Так, Геленваген начинает потихоньку погружаться. Юра, попробуй вытяни себя на лебедке это колесо немножко. О. Блин, ничто так не объединяет, да? Как желание утопить Геленваген. Да что, палки включились? Заработал передний, да? Не работал он. Включай. А теперь коленом. Смотри, там какая технология. Трос сюда, да? Да, тут по-серьезному пошли ребята. Что? Саня, принимай, Саша. Саня, принимай. Смотри, два бобра принесли нормально. Два бобра принесли, хорошие. Положите, перекройте, смысл. Правильно положи. По ней, наживи ногой. Еще одно рядом и мост будет. Да. Так они начнут ездить здесь. Так мы же делаем, усложняем трассу проезда. Смотри, сколько воды. Теперь так вертикально, как ты ставил, надо поставить. Ходит вот там. Да, тут уже нормальное водохранилище получилось. Саня, давай, укрепляй берега, что ты стоишь. Саня! Надо лопату. Лопату и закопать сверху, да? Вон лопата на Тойоте. На Тойоте лопата. Это моя рогатка. Это я слепому рогатку приготовил. Лянь, рогатку слепого пустил. Мне надо было ей дар стереть, ага. Лопата у Тойоты, возьми лопату. Саня, возьми лопату, да ее. А вон ведро есть еще. Вон ведро, можно почерпать. О! Так, Геленваген продолжает борьбу. Блок включился. Юра идет. Если бы он стравился,
Что, сюда идешь? Идет. Вон по мосту, мост построили. Он будет у него между колес. Сейчас, подождите, я ему натру, чтобы он не проехал. А такой капкан хороший с корнями, блин, вообще. Да, пока никак. Так. Место новое. Там нужно быть. Блин, это мы плотину строили, строили. Игорь, не ломай плотину. Строили, строили. И не зря. Нормально. Чуть не проехал. Красавчик выехал. Звучит шикарно. Чуть не проехал. Да не, уже подзарядился. Есть зарядка? Зарядка есть? Есть. Это масса отпала. А, масса? Да. Значит, зарядки нет. Не по трассе ехал, сейчас Саня его на нормальную траекторию направит. Интересно, проедет он там или нет. Интересно. Вот самое сложное место. А шел хорошо. День не задал. Подождать надо было, успокоиться, пока мы дойдем до места, а потом спокойно бы отключился и приехал бы. Так мы должны усесться, чтобы серьезный сюжет получился. Ну да, а то что ты скучать будешь. Ну что, раз проехал и все. Давай, мотай. Правда. Поедет? А что у тебя в руках? Ты письмо кому-то пишешь или что там? В правой руке. Что у него в правой руке? Сигарета. А, сигарета. Зажигалка? Да. Нормально. Уже замылены. Там жесть вот по той стороне. Я вот тут где-то нырнул, переходил, понял? А, вот тут, или вот там, ну короче, где-то срезать хотел. Мотор. У меня на гранде уже новей стоял, катушка цельная на 6 цилиндров. Здесь у него с проводами еще. Угу. Более старый получается. У меня 2001. Наверное, такой же. У него? Не. Но у него с проводами. Не, ну может они на вранглерах, знаешь, попроще были. Да нет, там от года. Так, продолжается. Это, наверное, 3-го или 4-го года. Юра, какого года машина? 2000. Видишь, старая. У меня 2001 новенький. Свежачок. У тебя же 4,7. То я менял мотор. А, менял, а был 4,0? 4,0 был.
видишь, какая тут это, она не едет никак. Ну не, Wrangler более новый пройдет, такой длинный, красивый, серебристый. Я думаю, да, серебристый пройдет точно. Стой, стой, стой! Вытягивай трос! Все, намотали. Ну, ленты. Так, ну выскочили куда-то на твердое и пошли на финиш. Кошелек, а потом поедем.